Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня я подготовил новую подборку невероятно крутых товаров. Уверен, что вы даже не догадываетесь, что так много гаджетов и приборов, которые ежедневно делают нашу жизнь лучше и проще. Сегодня мы обязательно посмотрим на часть из них. Для того, чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях свое мнение об этой подборке. Давайте начнем с рассмотрения фитнес-трекера от Xiaomi. Это один из лидеров рынка и последняя модель. Xiaomi Mi Band 8 Pro предлагает большой экран и множество продвинутых функций. Экран этого устройства имеет диагональ 1,75 дюйма, оно водонепроницаемо до 50 метров, поддерживает голосовое управление и может работать автономно от 1 до 4 дней. Зарядка осуществляется через уникальный магнитный разъем, что обеспечивает быструю зарядку по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, устройство имеет впечатляющий экран и встроенный датчик освещенности, который регулирует яркость автоматически. Приложение для здоровья отслеживает сон, количество шагов и частоту сердечных сокращений. Подключив устройство к другим устройствам Xiaomi, можно получить полезную сводку по вашему здоровью. Это действительно удобное и мощное устройство. Теперь перейдем к стильному ретро-измерителю громкости. Внешне он напоминает эквалайзер со светодиодным индикатором, который танцует под музыку. Это привлекательное устройство может подключиться к колонкам или к телефону, добавляя немного старомодного шарма к вашему пространству. Яркость и цвет светодиодов можно настроить, а ручка на каждой лампочке позволяет регулировать визуальный эффект в зависимости от интенсивности звука. Это отличное дополнение для вашего рабочего стола, добавляющая нотку ретро-стиля. Насколько часто у вас возникают проблемы с клавиатурой? Поврежденные клавиши или трудности с нажатием – настоящая беда. Но с гибкой резиновой клавиатурой этой проблемы не возникает. Она устойчива к разливам кофе и чая. И если что-то случится, просто можно потереть и продолжить работу. Может быть, она не так отзывчива, как игровая клавиатура, но для повседневного использования просто находка. К тому же ее легко скрутить и взять с собой, если нужно работать на свежем воздухе – прекрасное рабочее устройство. Революционные AirPods полностью захватили рынок, и с каждой их копией количество только растет. Теперь эта технология выросла до беспроводных Bluetooth-колонок, обладающих функциональностью наушников. Это не шутка, действительно, это беспроводная колонка. Производитель обещает мощный бас и пространственный звук, а также встроенный микрофон для телефонных разговоров. Кроме того, она поддержит microSD-карту, так что вы можете использовать ее независимо от Bluetooth-соединения. Срок службы батареи составляет около 5 часов, а Bluetooth работает на расстоянии до 10 метров. Это интересное, привлекательное и необычное устройство, которое будет привлекать взгляды на полке. Теперь перейдем к ремонту и всему, что связано с битами. Во-первых, карабин всегда полезен в хозяйстве. Во-вторых, всегда нужен набор бит для дрели или шуруповертов, чтобы иметь под рукой для самой быстрой работы. Металлические колпачки различных цветов с магнитными донышками – идеальное решение. Вы легко можете вставить нужных бит и повесить его на карабинчик. Разноцветные колпачки помогут быстро найти нужный размер. Это очень удобно и практично. После трудового дня пора расслабиться и наиграться. Портативная консоль с множеством ретро-игр, таких как Mario, Sonic и Mortal Kombat. Отличное решение для этого. А еще можно обратить внимание на крутой беспроводной геймпад, который напоминает джойстик от PlayStation, но с управлением, как у Xbox. Он работает отлично, и на нем можно насладиться огромным количеством игр. Если этого вам недостаточно, всегда можно добавить игру на microSD-карту или подключить консоль к монитору или телевизору. Это устройство позволит вам играть где угодно. Невероятно, какие удобные вещи для дома можно найти, которые легко добавляют атмосферу в любом помещении. Например, это левитирующее кашпо, которое будет выглядеть шикарно как для дома, так и в офисе. Оно работает от сети, а его платформа создает магнитное поле, отталкивая горшок и создавая эффект полета. Внутри можно разместить искусственный цветок или любую другую декоративную композицию. Это по-настоящему круто и необычно. А теперь о часах, которые вызывают ощущение, будто их только что собрал ваш отец. У них есть прикольная мигающая подсветка и яркий циферблат, скрытый под пластиковым колпаком. Это эффектное дополнение для комнаты в стиле киберпанк или с множеством технических деталей в дизайне. Часы можно подключить напрямую к компьютеру или монитору через USB-порт, что делает их мобильными.
Теперь перейдем к полезным вещам, таким как солнечная панель. Она будет незаменима на природе или во время активного отдыха, например, зимней рыбалки или прогулок на снегоходе. Это отличная тонкая и прочная панель, которая преобразует солнечную энергию в электричество. Она легко помещается в рюкзаке. Она непроницаема и экологически безопасна. С ее помощью можно заряжать телефон, планшет или ноутбук, делая ваш поход более экологичным и безопасным. Давно у нас не было таких интересных карманных гаджетов. Например, забавный кликер в форме хот-дога, изготовленный из нержавеющей стали и титанового сплава. Это поистине коллекционная вещь для ценителей, идеально для снятия стресса, разработки мелкой моторики или просто времяпровождения. Такие игрушки помогают избавиться от вредных привычек, например, от курения. Этот маленький кликер легко поместится в кармане, весит около 200 грамм, и каждый экземпляр изготавливается вручную, что придает им особую ценность. А что вы знаете о Nike из «Назад в будущее»? Вот они существуют. В 2011 году Nike совместно с фондом актера Майкла Джей Фокса выпустили ограниченное издание Nike с автоматической шнуровкой. Шнурки буквально завязываются на ноге, и обхват можно регулировать сверху на ботинке. Они оснащены забавной подсветкой, состоящей из трех светодиодов – зеленого, желтого и красного, которые подсказывают уровень заряда. Когда индикатор достигает красной отметки, пора ставить обувь на зарядку. В целом эти кроссовки выглядят потрясающе и впечатляют даже в 2024 году, будто они прибыли прямо из будущего. У нас есть необычное домашнее приспособление для накопления мелочи – копилка в виде футболиста. Обычно копилки в форме зверька или предмета уже не так удивляют, как этот пластиковый футболист, который точно попадает в цель монеткой, помещенный в специальный фиксатор. Этот спортсмен забивает гол за голом каждый раз, когда вы кладете монету. Он работает от батареек, пока заряда хватает. Это действительно необычная и забавная копилка, которая может стать отличным подарком для фаната или тренера. В различных отраслях нам приходится измерять кривые линии, сгибы и впадины. И обычные рулетки или сантиметры могут быть неудобными. Вот почему была создана такая лазерная рулетка. Вы можете менять единицы измерения, и она запоминает ваши расчеты, так что вы всегда можете вернуться к предыдущей точке. Кроме того, она поставляется с кожным кейсом, который защищает ее от повреждений. Это минималистичный дизайн, совмещающий нержавеющую сталь и премиальные материалы. Выглядит очень стильно и долговечно. А что насчет управления военным грузовиком? Да, он радиоуправляемый и почти как настоящий. Он разгоняется до 18 км в час и имеет масштаб 1 к 12. Аккумулятор емкостью 3000 мА позволяет ехать до 4 часов без перерыва. Шасси выполнено из цинкового сплава, а передняя и задняя оси имеют коническую зубчатую передачу с высокой нагрузкой. Этот грузовик обладает большой тягой и может тянуть любое оборудование, как настоящий автомобиль. Пульт управления с прочным соединением позволит вам полностью погрузиться в игру. Еще один полезный инструмент для точного измерения – это устройство со специальным фиксирующим замком для переноса изображения на твердую поверхность. Оно отлично подходит для аккуратного подрезания плинтуса под трубы, углов или других выпуклых элементов. Просто приложите линейку к предмету измерения, зафиксируйте замок, обведите контур и все очень просто и быстро. Это универсальное устройство, которое точно пригодится каждому. А теперь немного о гейминге. Миниатюрный геймпад совместно с любыми операционными системами и портативными игровыми устройствами, такими как Nintendo Switch. Он имеет версию Bluetooth 3.0, пластиковый корпус и литиевую батарею на 180 мА. Это означает, что вы можете играть до 20 часов на одном заряде, а для полной зарядки потребуется всего 2 часа. Это миниатюрное устройство управления подходит для любого типа игр и легко подключается для вашего удобства. Его компактные размеры позволяют брать его с собой и играть в любимые игры где угодно. Теперь о термоперчатках, специально предназначенных для работы на улице. С ними вы можете не бояться разжечь костер или выполнить любую другую работу, связанную с термопереносом. Эти перчатки позволяют вам управлять поленьями, углями, тяжелыми кастрюлями или горячими предметами легко и безопасно. Они идеально подходят для спасателей, пожарных или просто для вас, если вы часто имеете дело с огнем или готовите на открытом огне. Теперь вы можете выполнять свою работу без опасности ожогов и с уверенностью. Ну вот и подошел к концу этот ролик. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.